Третья часть гармонии. Записываю и использую запись. Полная гармония. Автоботы, у врагов звуковое оружие. А теперь возвращаемся на Землю и сыграем эту мелодию для Метроплекса. Потом заглянем на Кибертрон, и окончательная победа! Похоже, мы опоздали. Гальватрон и Бархан были здесь, но ушли. Микроскоп, ты можешь говорить? Видите, что вы наделали? Что мы наделали? Подумай, что ты говоришь. Мы подскользнулись, а ты нам не помог. Я видел, что вы умеете лечить. Вы можете спасти наших друзей. Финн. Ультрамагнус. Бластер. Что случилось? Это долгая история, микроскоп. Расскажу по дороге к Земле. Тревога! Тревога! Нападение десептиконов! Бархан, врубай гармонию. Получаю тревожное донесение. Серьезные повреждения. Ультрамагнус, Бархан уже врубил записанную им гармонию. Так я и думал. Поэтому-то мы и привезли Басса Профанда, Аллегро и Бибопа Скандану с собой. Автоботы. Крутой, введи в бой секретное оружие. Как они могут победить наше идеальное звучание? С помощью антизвука, вот как. Не тебя я хочу лицезреть, а кнопку, которой все можно стереть. Мои записи, ты стер мои записи. Трусы! Я не приказывал вам отступать! Вперед! Вперед! Теперь десептиконы больше не вернутся, Баса Профанда. Ваша проблема — это ваша дисгармония. Вы должны научиться лучше понимать друг друга, если хотите жить в гармонии. Достигнуто полное созвучие. Transformers will return after these messages. Квинтессоны — зловещие создания-роботы с пятисторонними головами. Каждая сторона с разным лицом, включая и лицо смерти. Они передвигаются на лучах энергии. Эти совершенно лишенные эмоций существа и создали миллионы лет назад всех трансформеров на планете Кибертрон. Квинтессоны не предполагали, что их умные машины станут эмоциональными. И однажды трансформеры восстали против своих хозяев и изгнали их прочь с Кибертрона. Квинтессоны поселились на планете, которую назвали Квинтессой. Там они вели скудное существование вместе с хищными жуликонами. Зловещие, амбициозные, лишенные индивидуальности и разума, жуликоны служат палачами своим хозяевам, которые бросают им жертвы в жуликонову яму. Но потом квинтессоны решили взорвать свою родную планету. Они пытаются помешать пленникам-автоботам и их друзьям-освободителям сбежать. Но их план по уничтожению автоботов провалился. И теперь, не имея собственной планеты, они вместе с жуликонами скитаются во Вселенной, нападая на всех, кто попадется им на пути. Их цель — вновь захватить Кибертрон и уничтожить всех автоботов и десептиконов. Они очень хитры и предусмотрительны, и поэтому они смогли заставить десептиконов помогать им в достижении своей цели. Десептиконы в атаку! Очень скоро Кибертрон будет нашим. Фильм озвучен телекомпанией «Шестой канал» Санкт-Петербург. Перевод Александра Зубова.
Зуева, инженеры видеомонтажа Игорь Кириллец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Иов. Текст читали Галина Крестенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.